Love Radio представляет суперпроект «Скажи да». Эй, зимний салют всем нашим, это «Красавцы Love Radio». Ребята, мы приехали куда? Угадайте, угадайте. Ну, в принципе, это может быть где угодно, но мы в Новосибирске. Так, точно. Это парк-отель «Сосновый Бор». Потрясающий парк-отель, надо сказать. Мы уже потихонечку начали его изучать, но важно не это. Важно то, что именно здесь, в этих самых декорациях, в этом экстерьере, Рома отважился сделать предложение Юле. Сегодня мы соединяем их сердечки, и мы уверены, что она скажет «да». Юля давно хотела фотосессию, и Рома как будто бы организовал ее для Юли. Ну и не как будто бы, там будут фотки. Наш Антон, кстати говоря, будет профессиональным фотографом. Ну а мы их пранканем. Ну, типа ворвемся, чтобы испортить фотосессию, но только улучшим ее. Только улучшим ее! Кстати, у меня для тебя тоже есть сюрприз. Какой? Там увидишь. Ну и вы посмотрите. Ну, предложение я хотел сделать как бы давно, думал, как это сделать. А езжу часто на машине и слушаю вас. Ну, и вы постоянно скажи да, красавцы, красавцы. Ну, и тут вечером сижу дома, Юля на работе, я такой сижу, думаю, а почему бы нет? Думаю, ну ладно, зашел на ваш сайт, все, нашел вашу почту, вставил пару фотографий и отправил. Ну и забыл про это. А вот когда вы на меня уже конкретно вышли, мне показалось сначала, что это какой-то розыгрыш. Но потом понял, кто. А какой розыгрыш я на вашу официальную почту отправил? Кто, об этом вообще никто не знал. Антох, погнали сейчас, короче. Пока он там домоется, я кое-что придумал. Я тебе говорю, закачаешься, пойдем. Короче, есть такая темка. Кажется, мы намутили квадроциклы. Прикинь. Короче, нашли мы прокат квадроциклов, и нас уже ждет тут специальный человек, его зовут Дмитрий. Дмитрий, ну что, как договаривались? Конечно. Кони готовы? Конечно, кони готовы стоять. Моя! Прокат квадроциклов. Прокат квадроциклов. Никита что-то куда-то делся, пока я собирался. Говорит, я что-то придумал. Ну, ладно. Ты все придумал, наверное, что-то нормальное, отдельное, скорее всего. О. Ого! Смотри! Смотри! Как тебе, а? Нормал. Чувак, пойдем. Чувак, это будет разнос. Мы появимся перед ребятами на квадроциклах. Нормально, а? Нормально. А, блин. Суперпроект. Скажи да. Кстати, да, вот это отлично. Что ты меня так держишь? Да вы расслабьтесь, господи. Что вы? Вот, мне эмоция нужна ваша. Конечно, вот, отлично. Супер, посмотрите на меня теперь. Посмотрите на меня. Сегодня будет самый классный день. Попробуй сейчас обнять. Сзади. Вот. Отлично. Ага, вот здесь останавливаемся, хорошо, стоп. Обнимитесь, обнимитесь. Поцелуйтесь, вот, отлично. Ребята, мы снимаем тут вообще-то. Что? Мы снимаем тут вообще-то. А, ну, мы тоже вообще снимаем, вот мероприятие здесь. Ну, какое мероприятие? У нас съемка, нам дочка это нужна. Ну, ребят, простите, у нас как бы тут уже договоренность была, что мы снимаем. Ну, какая договоренность? Что, какие вопросы? Мы «Красавцы Love Radio», мы из Москвы, у нас тут съемка. Ты серьезно? Мы серьезно, ты серьезно сам? Ну, я серьезно. Ром, а ты серьезно? А я серьезно. Юль, я думаю, ты догадалась, что сегодня непростой день. Я тебя очень сильно люблю. Жду от тебя только одного ответа. Ты согласна? Я согласна. Она согласна. Скажи да, 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 да. Скажи да. Хотим еще, скажи да. Честно, нет, вообще никак не догадывалась, даже не могла подумать об этом. Я, конечно, хотела, но не думала, что это произойдет именно сегодня. Я была в замешательстве, думаю, кто-то приехал на какие-то съемки, у нас съемки, что происходит? Нет, настоящий патруль. Да, мы здесь. Мы это сделали. Мы это сделали.
Мы познакомились в бассейне. Я была на работе. Рома пришел плавать. Я решил все-таки научиться плавать к своим 30 годам. Думаю, ну, плаваю очень плохо. Все, купил абонемент, пришел в бассейн. Ну, Юля подошла, там, здравствуйте, там, начала мне подсказывать. Как бы просто ходила, увидела, смотрю, вообще не умеет плавать никак. И, в общем, я купил у нее, как там называется, тренировки. Я думаю, что чего боялся, думаю, тут все легко и просто. Нервничал. Затем я, ну, смотрю, симпатичная девушка. Я как-то раз после тренировки предложил, я говорю, ты закончила, да, я домой? Я говорю, как насчет попить кофе? Это было лето, май месяц, и вот мы летом вышли, прогулялись в центре города, попили кофе, ну и, в общем, начали встречаться. Так все это и произошло. Суперпроект «Скажи да». Если ты решился, если ты отважился, но у тебя дефицит идей, обязательно напиши, и мы тебе поможем. Оставляй свою заявку. Все подробности на сайте loveradio.ru. Суперпроект «Скажи да».